Всем привет! Мы сегодня поиграем в Roblox и в аниме бойцы. Так, у меня как раз трое бойцов есть. Давайте немножко подзаработаем денег. О, какой малыш маленький, смотри. Ну, монеток тоже нормально-таки дал мне. Так, давай этого сразу атакуем. Я посмотрю. Пошлите сюда. Что здесь у нас интересное есть? Новая арена. Так, это комната. Подожди. А это кто такой? А, это магазин. Давайте что-нибудь купим. А это все за доллары? Блин, ладно. Так, донатить я пока не буду. Это что за комнатки? Давайте зайдем. Я играю здесь первый раз, поэтому я могу немножко что-то не то делать. Что это за комната такая, здесь все закрыто? Они откроются только через... Так, 15 минут, это 35 минут. О, это долго. Ладно, погуляем дальше где-нибудь. А это что за сундуки? Мне сундуки нужны. Они закрыты? А как их открыть? Кто знает, напишите в комментарии, как открыть эти сундуки. Ладно, мы отсюда выходим. Телепорт. Супер Исланд. О, давайте в этот остров зайдем. А, мы тут были. Блин, деревня ниндзя. 8 тысяч стоит. Офигеть, у меня столько денег нет. Ладно, давайте, значит, зарабатывать деньги. Смотри, тут тоже кто-то гуляет, бегает. Давай этого атакуем. Что-то все трястись начинает. Все что-то трясется, я не понимаю. А эти монетки они не берут, получается, да? О, какой ты мощный, слушай. Сильный какой-то чувак. Ладно, монетки мне нужно будет забирать постоянно. Давайте я это проверю. Сейчас этого мы побьем. Монетки пусть здесь лежат, а я потом приду посмотрю, смогу ли я их забрать или нет. Мне нужно какой-нибудь помощнее. А, нет, смотри, мы... Нет, мы не вернулись сюда, мы в новом месте каком-то. Батюшки, что все трясется? 7 тысяч, давай это попробуем убить. О, какой он сильный, слушай. Он оказался очень сильным, я не знаю. Попробуем его добить. Так, что у нас здесь? Игроки. Так, этого используем. Новенького. А вот давай вот этого возьмем. Вот этого я буду использовать. Так, атакуйте. Блин, а у меня же есть классные. Так, это мы убираем, галочка, отказаться. Этого применить. От этого отказаться. И вот этого возьмем. Да что ты будешь делать? Атакуем. Так, кто-то пришел сюда. Ого, тебя кто-то сильный. А кто же деньги заберет? Так, вроде бы я забрал. А давай назад. Подожди. А ну-ка. А нет, давай назад вернемся. Я там хочу проверить, монетки у меня там остались лежать или нет. Или их уже кто-то забрал. Прикинь, монеток нету. Значит, их кто-то у меня украл. Хорошо. Понятно. Монетки забирают. Что весьма печально. Так, пока у меня 3000 монет. А надо нам 8000. Ё-моё, это ж сколько нужно здесь... Всех победить. Так, давайте этого сразу
Атакуем. Есть. Получил монетки, не знаю. Может, я их украл у них? Ну ладно. Это что за башня? 11 минут. Так, нет. А, ладно, это все тоже покупается. Ну давайте от этого большого атакуем. Что у нас здесь в магазине есть интересного? А, 29 рублей стоит. Да? Вот он прям мощный. Ладно, пускай они его атакуют. Я думаю, много монеток я получу за них. За этого монстра большого. Я могу на расстоянии его убивать. Так, половина жизни практически осталась. Ладно, я пока здесь покажу, посмотрю, что здесь интересно есть. Да, вот она, деревня ниндзя. Это мы все в деревне находимся. А это остров уже считается, или как? Какой он все-таки мощный, а? Как его победить? О, осталось всего лишь 3000 хп у него. И сейчас мы его победим. И посмотрим, сколько он даст нам монеток. Еще чуть-чуть осталось. О, блин, 1500. И... Так, а у меня все там дерутся или стоят просто? Нет, все дерутся. Хорошо. О, все. Мы его побеждаем. Мы смотрим, сколько денег. У меня 3500. Практически. И где? А, вот монетки. 6, почти 7. Ух, я могу там что-то открыть уже. Уже можно что-то. А, нет, мне нужно 8. Ой, как много, а. А это сколько нам даст денег? Интересно. Блин, я не посчитал. Я не запомнил, сколько у меня было. 7000, да ну. Что такое мощный? Ну ладно, давай его пока. Мочим. А я посмотрю, сколько тут у нас большой стоит. Ого, у него 50000 хп. Офигеть. Эй, а вы что сюда приперлись? Давайте того добивайте. Алло. Пока не добьете, не надо сюда до меня так приходить. Мощный какой-то. 7000 тоже. Ладно, я вам помогу немножко. Я хочу до 8000 накопить и открыть там что-то интересное было. Да, видимо, он тоже будет долго у меня уничтожаться. Либо эти как-то надо улучшать моих героев. А у меня только 3 персонажа, да? Не больше? Больше не бывает, что ли? Так, все, сейчас добиваем его, посмотрим. Я думаю, у нас будет 8000. И тогда мы там откроем какое-то... Что-то такое там было. С ниндзями связано. Но! Давайте уже добивайте. Сколько там осталось? 870. Еще немножко. Давай, 500. 200. 100. О, наконец-то 8000. И у нас стрелочки показывают, что мы что-то можем здесь интересное сделать. Что-то мы... Сможем открыть. Перепрыгиваем вниз. А, ну вот. Вот она, арена. Деревня ниндзя. Покупаем и входим в эту деревню. О! Офигеть! Смотри, вот то же самое. Смотри, тут сумасшедший город. Нет, подожди, 50 тысяч у меня, сука, нету денег. Офигеть! Смотри, здесь уже больше ребят играет.
Так, взаимодействовать. Так, какое-то задание мы взяли. Непонятно что. О, это слабенький, смотри, 1500 хпшка. Сейчас мы его немножко подзаработаем денег. Так, у меня даже 1000 нету сейчас. Так, 1300. Ну, тоже мало, как бы. Ну, здесь тоже можно погулять и поразвиваться. Ребята, так что, если понравился выпуск, ставь лайк, пиши комментарии. И что еще поиграть, в какую игру в Roblox. Так что, всем пока-пока.